Всем привет, друзья, с вами Рав, и сегодня мы с Ялом продолжаем проходить нашу замечательную экспедицию. Ох, нифига себе. Хоп-хоп, двоечку. Ял очень пинает воздух. Всем привет, друзья. Окей, что ж, экспедиция и Рав. Продолжается. Сегодня у нас ответственная миссия. Нам уже пятую серию «Негде спать». И мы с вами, естественно, вот уже вроде бы как... А ну-ка, сейчас проверим, я там прорубил окно в Европу. Сейчас, подождите. О, вот. Ничего себе. Ночь, короче. Ну, тут ночь еще, да. Сейчас будет утро, и мы с вами пойдем и добудем шерсти, ну добудем гуманным путем. Просто срежем ее с овечек, она им все равно не нужна. Ну да, зачем? Вырастет новая. Да. А мы должны с тобой, знаешь что? У нас есть одно железо. Одно железо, да, я вижу. Окей, я сейчас добуду. Подожди, а железо нам ведь... Какого-то слышал. Ты уже пошел в пещеру? Да, аккуратно. Вот я нашел железо. Окей, молодец, копай. Копай его, Григорио. Копаю. Да боже мой, тут кто-то разговаривает. Да, я тоже слышал, кто-то говорит. Здесь есть люди! Люди! Какие люди? Где? Нет, подожди. Крипер. Может это голоса, которые заманивают путников и убивают их? О боже, что? Я пошел отсюда, Рауч. Я не хочу... Ааа, я не хочу в этом участвовать! Ты где? Можно я просто вылезу? Все, я пошел. Не-не-не. А, вот ты где. Все, я тебя увидел. Ты нашел железо там, да? Да, все, валим. Боже мой, там... Все, пока, чел, все, пока, ББ. Мне так не нравится наш дом. Это домом не назвать. Это перевалочный пункт. Подожди, что я нашел? Я не посмотрел, что я добывал. Это не железо. Ты издеваешься? Да. Твою налево. Ладно, давайте вернемся. А, черт, ладно. А у тебя каменная кирка? Да. Блин, что ты тут наделал? Какие-то туннели. Почему нельзя было выкопать шахту ровно вниз? Я не делал, это не я вообще. В смысле? Это ты делал вот такие. Я такие штуки никогда не делаю. Да? Да. Окей, ладно, это я. Всегда ровные шахты делаю, чтобы потом не заблудиться в них же. Так, давайте подумаем. Вот, можно вот сюда продолжить копать. Вот сюда вот. Ты думаешь, здесь будет железо? Чтобы она была ровненькая. А, да, ой. Минус кирка, и все, и приплыли. Пошли делать новую. Ну, я себе пойду. У тебя есть? Окей, да, у меня есть. Куда ты пошел копать? Лесенку делай, вот. Вот, где, видишь, два блока сделал я. Вот так же делай ты лесенку. Ничего себе. Какие-то лесенки тут, окей. Да, мы потом сделаем лестницу еще одну, и она будет побольше, и все у нас будет хорошо. Ура! Так, подожди, а куда... Что здесь какие-то в натуре туннели какие-то, еще твой туннель здесь, походу. Да, туннель плюс туннель равно... А на каком, подожди, на каком уровне или типа, где копать железо, я вот думаю? Железо может быть даже на поверхности, на самом деле. Так, я сделал две кирки на всякий случай, все, я готов выступать. У меня тут динозаврии штучки. Видишь? Яйца? Ну нет, глянь, блоки, видишь? А-а-а. Это же динозавров, вроде бы. И что из них выпадает? Ничего, не разбивай их. Ты разбил их? Ну зря, ну из них, типа, надо, наверное, каким-то специальным методом. Знаешь, как мы же... Это же экспедиция, нужно как экспедиторы. Экскаватором. Да. Да, экскаватором самое то. Нет, нужно было аккуратненько кисточкой. Да-да-да, кисточкой так... Они все утонули, поэтому... Лутанули? Да, да, залутали уже все. Нет, не лутанули, а утонули в воде. Ты ж в курсе, да, что у нас как бы корабль, там немножко-то его... Ну, так и в курсе, в смысле в курсе. Или у тебя память отшибла? У меня все нормально с памятью, я помню, мы приплыли. Слушай, ну мы что-то копаемся как-то не Григорио вовсе. Да, где? Да. Где второе вот железо? Вот ты уголек нашел, смотри, какой хороший уголек. Уголек это хорошо, а вот... Ты это слышал? О, боже. Что это было? Это хранитель железа, может быть, может он нам... Хочет что-то сказать, типа, мол, не воруйте мое железо, сволочи. Вот ты железо, по-моему, прошляпил, или что это? Где? Это не железо, это не железо. Это, ну да, это какой-то синий, я не знаю. Синий? Кремний какой-то. А! Что? Что? Нет! Рауч, опять эта фигня, убивай ее. Да, я бью ее. Бей ее, мы убьем, да, мы убили ее. Это что штука из прошлой серии? О боже. Офигеть, она из камня выползла, так. Да? А, да, она бывает из камня выползает. Ползучая гадость, но мы ее в этот раз победили! Мы ее уничтожили, да. Я докопал до этого, как он называется-то? Кого ты докопал? Кремний это или что это? Ну вот, Росов, я забыл, как называется этот блок. В смысле? На А как-то вроде бы. Нет, это не андезит. Вот, ну я не помню, ты помнишь, как это называется блок? Я не помню. Ну, можно вскопать и посмотреть. Ну да.
Да заткнись, чё она рёт? Чё она рёт? Равыч, успокой его. Я не знаю. Наверное, мне нравится, что мы всё-таки копаемся. Какого? Что происходит? Уходим отсюда нафиг! Пошли! Я иду! Это какого черта? Что? Может быть, это кто-то пролетает на вертолете? Ты это слышишь? Да! У меня мурашки! У меня сейчас мурашки по телу, чел, я испугался! Кто это делает? В чем дело? Не, это кто-то под землей, это кто-то под землей. Офигеть, вот это. Че за бред? А кто ребята, здесь лазит? Ребята, а что происходит? Слушай, давай я раскопаю вот это все. Мне оно не нравится здесь, вот это все. Вот этот песок здесь, типа, мы нас когда-то завалило. Это вообще прям не вариант. Надо да. раскопать это все. А, все, фух. Да, оно пропало, оно пропало. Так, я офигеть. Возвращаюсь обратно, нам нужно железо, я жесть, не знаю. Да? Как... Что это было? Один кусочек. Как будто кто-то, знаешь, на вот этой буровой машине да, ехал. Да. Под землей. Капец, вот выдают, а? Кто-то тут. И кто-то там орёт, вот это вечно. Кто? Что ты орёшь вообще? Пошел отсюда! Это мужик наша точка. Какой-то орёт. Лол. Блин, лопата сломалась. Может, это галлюцинация, чел? Может, мы вообще до сих пор в корабле и нас плющит? Все возможно, Рауч, все возможно. Я не понимаю, что происходит. Какие-то стрелы здесь. А боже, такой эмбиент страшный. Нет. Эмбиент, детка. А, ну до сих пор что-то пилит. У тебя не пилит? Не, у меня же все, уже все. У меня запилило. У меня еще пилит. Я спускаюсь вниз, оно громче становится. Наверное, оно к тебе идет, я хочу. Офигеть, я... Подожди, я могу? Все, я вырубил эту штуку. О боже мой, да почему все так печально? Здесь кто-то шипит у меня. Да я слышу, да. И ползает. Какой-то Фрейден какой-то. Не, это Фрейден, типа свобода. Наверное, путь к свободе. Типа, мол, говорит, копайте глубже. Жесть. Рауч, у меня закончилась кирка. А, нет, у меня еще есть кусочек кирки. Господи, да прекратите! Пещеры! Что с вами? Не так. Жесть какая-то, чего они все базарят? Аккуратно, там лавовый монстр, походу, или что это? Там какая-то хрень, ну нафиг, закрывай! Серфигис какой-то. Ладно, давай, короче, вот так, все, пускай вот так вот будет. Жираф, нам нужно железо, где железо? Нам нужно железо, но у нас проблемы, у нас нет железа. Черт. Ну-ка не ори мне тут, ну-ка не ори. Че он орёт? Что это такое, Ялыч? Ялыч! Подожди, а по идее мы ты же посмотри можем... на эту штуку. Какую штуку? Что она огромная. Она в огромная? Этом лавовом бассейне, да. А ну-ка. Ого. Посмотри на нее. Офигеть, а там еще такие звуки страшные. Жесть. Подожди, что здесь делает песчаник? Ты посмотри, на такой глубине. На какой мы глубине, подожди. На семерочке. А что он тут забыл? Лол, смотри. Я сейчас, подожди, я делаю кирку себе. Это что за странное место? Почему здесь песчаник? Его быть не должно вообще лопату здесь. Лопату еще себе сделаю. Я докопал до бедрока. И нашел здесь... Что это? Что-то нашел. Но оно тяжело копается, не буду вскапывать его. Боже мой, да кто там это делает? Слушай, мне кажется, железо где-то повыше. Может быть мы откопали... Боже. Слышишь, может быть мы откопали какую-то... Я не знаю, заброшенное. Какую-то гробницу, место? Походу, да, откопали, да. Я не знаю. Гробница или типа. Железо повыше по-любому должно быть, только почему его там не было? Ладно, я возвращаюсь на уровне эдак 30 вверх. Эта штука здесь плавает. Офигеть. Она плывет все, за мной. Все, она все. Плывет за мной! Убирай, мама! Блин, закрывай! Я закрыл, я закрыл, закрывай! Я закрыл, да. О боже. О боже. Реально не надо, ты че, ее агрить, а то еще. Мало ли что она захочет сделать. Да капец, там такая хвостяка, что я просто, я испугался. Еще этот ржет. Блин, я бы хотел, чтобы вот эта штука огромная сожрала этого мужика, который орет вечно. Так может быть это и не, ну, не человек, может это просто как душа пещеры. Да, душа пещеры, все понятно. Да. Рауч поплыл, ребят. У Рауча души пещеры. Ты сломал факел мне, слышишь? А, слышишь? Как ты копаешь и шизаля? Шизаля. Я в бок копаю. А куда копать? Я могу в другое место копать. Настрой копателя. О, господи. Блин, да не может быть, что на всем острове нет железа, что ли? Где железо? Я не знаю, что-то вообще не выпадает. Слушай, может быть, нам реально посмотреть на уровень? Типа, как мы копаем? Так мы нормально копаем, уже должно было попасться, оно везде попадается на всех уровнях. Окей, тогда я пройду вот где уголь, мне кажется, где уголь должно быть железо, где-то рядом.
Я обычно... Подожди, я помню, что я как-то копал-копал и нашел железо рядом с углем. Теперь я буду копать рядом с углем. Так, так, так. Чё? И чё? Да, есть. Я просто проверял, есть ли вообще у нас в рецептах руда. Может, она не спавнилась? Ну, вроде как есть. Значит, должна была. Опять песчаник. Это что за магия? Почему он тут? И опять мужик этот орёт. На ухо. Да. Странно, мне не орёт. Мне кажется, я в темноте копаюсь. Уже, наверное, никто ничего не видит, так я сейчас поставлю факел. Ты понимаешь, да, вот надо факел ставить, иначе заспавнится какая-нибудь Чубакка. О, не надо, Чубак. И будешь ты очень-очень рад этому. Чел, да нигде нет железа, что за бред? Как мы будем овцу брить? Ну мы не будем ее убивать! Не, мы не можем. Ну, да, я тоже не хочу, как бы, убивать овцу. Я хочу ее побрить. Так. Так. Стоп. Стоп, что? Что, что? Фу, блин, я думал. Класс! У меня откуда-то железо. У тебя железо есть? Второй кусочек. Да. Ты что, издеваешься? А что мы копаемся-то? Я не знаю. Ты че, Равыч? Блин. Я, походу, выкопал как-то его и не заметил. Ну ты и лысый бобер. Я просто в инвентарь зашел и офигел от того, что у меня руда. Я сперва думал, я выдал себе ее через Not Enough Items, но нет, не выдал. Ты даешь, Равыч. Так, ну ладно. Все, я кравчу ножницы. И что там, темно? Что? Светло, темно, светло, темно. Я не знаю. Светло, светло, погнали, быстрее. Сейчас, сейчас, пойду, подожди. Быстрее, Явыч, быстрее. Я знаешь, что делаю? Я делаю эти, cobblestone плиты. Знаешь, зачем? Нет. Ну, типа, чтобы... Типа, чтобы сделать ступеньки. Понял? Так ты у нас ступенечки. Ну, чтобы у нас в пещере были ступеньки. Хоть это и временное место у нас, но мне кажется, нам нужно будет его нормально обустроить. Окей. Так, ну чё, лодки, поехали? Поплыли, точнее. Ща. А чё это за штука? Зачем это? В смысле, это маскировка. Нифига себе, ты продуманный. Да, да. Это наша супер бэт пещера. О-хо-хо-хо. Так, подожди, а где наше вообще... место? Как... Подожди, мы где овец видели? Мы там их видели за вот этим островом, вон в той стороне. Так, наш динозавр в порядке. Живи. Наше чучело динозавра. Да. Мне интересно, что оно там делало. О, можем посадить еще арбузиков. Да, или... у нас есть карта. Мы можем посмотреть, можем поставить waypoint, да? Да. Так, а подожди, на... я на соседнем острове вижу какой-то дом, Равыч. Там есть какой-то подожди, дом. Подожди, ты правильно пошел? Не-не, ну я сейчас поставлю waypoint, как тебе сказать, где это? Блин, ты же не видишь waypoint'а этого? Нет, только ты их видишь. Черт. Типа у нас разные КПК, разные планшеты. Плохо. Чувак, солнце садится, нам нужно очень быстро действовать. Я вижу овец, я нашел. Иду, окей, я иду. У тебя своя лодка есть, да? Да, у меня есть. Все, я поплыл тогда. Плыви, я очень за тобой. Очень быстренько. Мы не успеем, солнце уже почти село. Ничего страшного, Равыч, плывем. Нет. Равыч, все нормально, не волнуйся. Что это за барсу? Не волнуйся. Игуана, тут игуана. Игуана, ух ты. А да. Я застрял в лодке, боже мой, она опять меня съела. Все нормально. О, сколько овец? Миллион овечек. Так, два. А где третий блок? Овечка сожрала третий блок шерсти, окей. Давай. Ой-ой-ой, хорошие мои. Ой, давайте вот сюда. Еще Равыч, овца, вот еще Равыч, овца. У тебя штука ножницы, да? У меня нет ножниц. Да. Выбрил всех овец. Я выбрю всех овец на районе. Да, я сделаю себе куртку из овечьей шерсти. Сначала кровати нужно сделать, Равыч, чтобы мы могли спать. Ну да, потом... Там скелет, аккуратно, там скелет. Все, уходим. Подожди, вон еще одна пушистая, вот еще одна. Давай, серую. Берем пушистых овец. Так, побреем, хорошенечко побреем. Пацаны прибежали, выбрили всех овец. Уходим. Че, поплыли? Так, окей. Да. Давай, разгоняемся. Плывем отсюда, Равыч. Подожди, а где наш? Справа наш остров. Не, давай вот так вот, давай слева объедем, вот так. А, ты хочешь, чтобы нас не расстреляли, да? Да. Окей. Не расстреляли. А то мало ли. Вон наш корабль горит. Кстати, классно, что он горит, потому что... Да, как маяк. Метка. Хотя надо действительно метку поставить. Я поставил. Нет, я вообще хоум не ставил. А, я поставил. Надо будет поставить тоже потом, чтобы не запутаться. Я вообще плываю кругом, вот смотри, чтобы... А то мы... Ну я понял. Там очень опасно, там всякие эндермены уже стоят и все такое. Там криперони, боже мой. Там какие-то мужики!
Чё за фигня? Пошли. Они окружили. Они окружили. У меня револьвер. У меня револьвер. Да у тебя-то револьвер. Снайперы какие-то. О, черт. У меня нет револьвера. Как мы пробиваться-то будем? Подожди. Давай, давай, давай еще дальше. Давай на скелета. Давай, давай, давай на скелета. Сейчас, сейчас, я остановлюсь. Так. Сейчас мы его снимем по-быстренькому. Офигеть, как ты выжил! Туши его, Равыч. Да давай, он давай. Какой-то вообще непробиваемый. Может, поближе надо? Он меня стреляет. Высаживаемся, высаживаемся, давай. А, давай, высаживайся. Еще зомби, тут еще какой-то мужик. Быстрее. А, да, валим всех. Да, о, боль-то какая. Боже мой, какие сильные. Стой, 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 высаживаемся. Я залагал. Зомби. Валим все, пошли, дом, валим дом, 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 да, да, уходим в дом. Быстрей, быстрей. Боже мой, нас окружили. Кто эти люди? Здесь миллион. Всех! Бежим! Бежим! Прыгай вниз! Прыгай вниз! В дом, 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 в дом! Боже мой! Офигеть, Равыч! Крипер, пошел отсюда, крипер! Не подходи, не подходи к дверям, он за дверьми может взорваться, по-моему. Жесть. Вот это жесть. Офигеть. Так, мне надо перезарядиться, а перезаряжаться что, нечем, что ли? А мне надо... Так. Фак, у меня нет патронов. Да, патронов, у меня какие-то пистолетные, а мне нужны... Блин, ну все, минус револьвер. Да, нужно будет. Боже еще... мой, там кто-то перезаряжается. Они походу нас будут сейчас выкуривать. Блин. Да все нормально, Равыч, мы просто можем, поставить кровати. Да и поспать, точно. Поспать, да. Так, доски нужны, доски. Сейчас возьму доски. О, боже так, мой, хватит стоит. Это делать, люди. Все нормально, Равыч, все нормально. Что с ними не так, а? О, боже Фрейден мой. Там какой-то, все дела. Let's get him. Чё не все хорошо, хорошо, что можно... Так, держите кровать. О, я не знаю. Окей. Они очень странные. Очень странные эти люди. Так, так я ложись короче... сразу. Да, я короче... Монстры сразу... рядом! Не, мы не можем спать! Нет! Я лег, в смысле, я лег. А у меня монстры рядом. Ну тебя да, слишком рядом, а я сплю уже. Поставь в другом месте пока и поспи. Короче, сейчас я возле тебя поставлю. Давай. Вот у тебя в комнатке. Какого черта? Твою мать! Лупи ее! Фантом! Это фантом какой-то! Зайди, зайди в дом, зайди ко мне в комнату! Равыч, заходи! Я зашел! Ой, ну там! Он пролетает! Туши его! Вали его! Как он так пошел отсюда! Пошел отсюда! Твою мать, какого фига? Что это было? Ложись, ложись, все, ложись, ложись, ложись быстрее. Может быть, мы сможем поспать. О, все, можем. Боже мой. Спокойной ночи. На этом мы заканчиваем. Окей, друзья, на этом все. Что ж, спасибо, что были с нами. Мы офигели. Очень сильно офигели. Класс. В общем, в следующей серии мы, наверное, пойдем на разведку или что-то вроде того. Да, что-то будет, еще короче, в пещерах. Очень интересное. Друзья, напишите обязательно в комментах, что бы вы хотели видеть в следующей серии или в следующих вообще сериях. Пишите свои идеи, почитаем, посмотрим. Да, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Вам огромной удачи и пока.